Итак, я с товарищем добрался в лагерь ЧЗ, и отсюда мы пойдем в бункер. Посмотрим, насколько нам удастся туда добраться и что мы там найдем. Так, что нам скажет Валера? Ничего. Ну и ладно. Продадим ему. А, нет. Золото я не буду продавать. Итак, мы бежим на бункер. Сейчас надо подождать. Так, мы на подходе. Пока вроде все нормально. Если кто-нибудь, если устал. Опа, сзади тебя. Сейчас, не убивай. Не убивай, не убивай. Да, да ёп. Вот эти пацаны меня бесят больше всего. Даже не шерсти. Так, вроде добежали. Да, не зря чувак сказал покупать йод. Ой, йод. Антирад этот. Анти-йод. Потому что коцает жестко. Ох. Так, включаем балдуш машину. Этот. Опа, опа, ящик пошел. Сейчас. Раз. Свет, наверное, я не знаю, имеет ли смысл включать. Нет необходимых инструментов. Опа, опа, ящик. Угу. Аптечка нужна? Химера. Чё говоришь? Аптечка нужна? А если есть, то можно. Опа, слушай, я нашел ключик. Итак, откуда он там? Спасибо. Я уже не помню. На здоровье. Сейчас. Так, мы спускаемся вниз. Давай, давай. Сколько тут полезных ящиков. Разводной ключ. Он первый товарищ ползет. Ой, а я думал, они жесткие будут. Да они какие-то это... А, вот, на них не надо наступать, походу. Я так понял. Раз. Так, проскакивай эту хрень. Вот эту зеленую. Ага. Так, проходим. Не забудь включить. Эй-эй-эй-эй-эй, в смысле? У меня же включено. Респиратор. Короче, респиратор, походу, говно. Понятненько. И что тут у нас? Что тут? Пусто. А зачем оно? Тут же какой-то прикол должен быть. По идее. Да не. А, ну чтобы туда пройти. А ну, там какой-то трупоед. Да. Пробегай там с краю. Не, просто озеро и все. А нет, там проход есть. Ну так, тут руда. Тут тоже с краю надо, видимо. Да. Ага, руда. Смотри. Да-да-да, тут. Раз. Два.
Спасибо. Надо поглядеть, потому что мне кажется, тут блин, у меня мышка лагает. Не работает. О, тут тоже секретики. А ну тут 4 пещеры. Так, тут рута. О-о-о. Тут золото дохрена. Да, надо, да тут чего только нету. Надо с киркой сюда будет прийти. Ага. Так, это сталь, походу. Радиоактивный металл. Да, наверное, попозже зайдем, а то они тут навоняли. Тупик. Аптечечки 5.45. Это, наверное, на мародер там. Не, у тебя все нормально по аптечкам? Ты подхилился? Да, ну, да, я просто хоть и в противогаз, но все равно что-то съедает. Даже ты, видимо, натыкаешься на эти штуки так, постоянно. Нет, но видишь, когда я натыкаюсь, оно же показывает ожоги там. А так я сейчас отключу этот противогаз, посмотрю. Так, опять набрызгал. Ладно, надеваю. Прохожу аккуратно очень. Тут вот их газ этот весь. Ну, Серега, ну как так, ну? А что, все нормально. А, все нормально. Что там? Да он думал, то я влип. Да это я тут случайно. Блинчики. Да? Наверное, давай сюда. По прямой? Нет, вниз. А. Снова вниз. О. Серьезная штука. Там синие уже пошли. Так, прямо может. А ну что-то. Да. Декор просто. Давай направо, может. Угу, опять аномалия. Раз. А тут будь аккуратен. Так, рюкзак. Пей-то. Ага. Отмычка. О, дневник Маврусина. Все, я умер. Ой-ой-ой. Попытка номер 3. Ага, вот она приближается. Слышу. Да, побежали. Блин, я тупой. Нет, не так надо было. Так, она... Понятно. Понятно. Сейчас я прибегу. Гном, конечно. Да, я тоже умер. Там, походу, не судьба туда бежать. Ну, я, наверное, опять ключ просрал. А, нет, ключ не просрал. Ну, короче, надо собраться и думать, что делать дальше. Я понял, короче, это не так сложно. То есть ты там спрятался все-таки? Да, я смотрю, как она идет.
Идет, идет, идет. Ага. Ага, вот где ты спрятался, я понял. Так. И она назад, короче, иди, иди за мной. Ага. Смотри. Вот она сейчас уходит. Вот, побежали. Так, я вырвал тот ящик. Так, побежали. Так, и тут она уже не достанет нас. Супер. Так, сейчас. Давай, давай пройдем. Она там. Я хочу посмотреть просто ящик. Да не стреляй, не стреляй. Эти чавкающие звуки со всех сторон напрягают, капец. Ага. Так, труп. Неактивен. О, ящики. Тушенка. Ну, такое, да. Тушенку забирай. Так, надо что-то перекусить. Опа. Так, дверь закрыта. А, тут где-то прийти будет этот... Ключ 6. Ключ 6 это у нас... Так. Локации... А ключ 6 это для пятой... Или для какой-то там части карты вроде. А тут еще, короче, где-то будет место, где можно будет найти ключ для этой двери, ты запомнил это. Что вот сюда нам надо будет вернуться. Так, я вроде понял, короче, где тут это место. Помнил, точнее. Вот нам надо вернуться туда, где портал был. В общем, половину территории мы оббегали. Дальше двери закрыты. Ключа пока мы не нашли. Походу будет продолжение. Но все равно локация интересная. Ну все, возвращаемся назад. Сегодня хватит. А ну. %80. Почти все.